аэропорт Борисполь. Мы пришли там ужинный контроль. И уже ждем посадку. Сходили уже в дьюти-фри. Сейчас я вам его покажу. Говорят, что у нас относительно дорого. Ну, мы купили там каких-то конфеток вкусных пожевать. Швейцарских. Шоколад. И вот там уже стоят самолетики. Там дальше идет туалеты, мы туда не пойдем, люди здесь пьют кофе, цены бешеные, кстати. Вот так, терминал Д, нормальный, просторный, светло, хорошо. Мы едем налегке, с рюкзачками, у меня вообще маленький, красненький. Полупустой. Так, это на Франкфурт сейчас начнется посадка. У нас наш Д5. Наш выход Д5. Там люди курят. Там уже на контроль. И вторая часть, за там уже на контроль, точно такая же. Там тоже дети. Я туда дальше не пойду. Там покажу. Тоже дети. И тоже там сидят люди. Дети фри. Такая же часть, как и левая. И на посадочку. Ну вот, новый терминал Д аэропорта Борисполь. Пока.